Всем доброе утро. Мы сейчас уже съездили по делам, сейчас собираемся обедать. У нас сегодня замечательная погода, светит солнышко. Сегодня, кстати, 1 сентября уже. Всех, кто идет в школу, с днем знаний вас. Я, слава богу, не иду туда. Все, мы собираемся кушать. У нас будут вот такие вот фаршированные перцы. Это мы вчера готовили в духовке. Я их разрезал пополам, фаршировали их. И все. Так что все, будем кушать. Всем приятного аппетита. Сейчас еще прошел СФО-участок. У нас сегодня ветер поднялся. Точнее, вот прям сейчас такой сильный. И оторвалась вот такая вот груша. Вот таких вот она размеров. Вот моя ладошка. Ну и вот, как вы видите. Гриша, про сорт. Лен, ты тоже спрашивала. Сорт мы скажем чуть попозже. Он потом все-таки найдет, где написан сорт этой груши. И я уже скажу. Что это за сорт? Ну, а так груши очень хорошие, сладкие. Вот, так что все, будем кушать грушу. Все, ребят, сейчас будем готовить с вами сырники в духовке. У меня уже есть на канале рецепт этих сырников. В принципе, там ничего сложного, только за место сахара мы с вами сделаем финиковый сироп. Так, берем две упаковочки творога, я думаю, из двух сделаем, потом там сейчас останется, еще потом сделаем. Здесь у нас творога 400 грамм, две упаковки. Дальше берем финиковый сироп. Мы, кстати, заказали вот такую вот большую фанку, посмотрите, эти мухи. Большую фанку финикового сиропа, вот такой вот, без добавления сахара и воды. Здесь просто финики, очень классные. Как замена сахара, очень даже неплохо. Добавляю вот уже вытечку, ну и так это чем-нибудь сладенького хочется. Можно там съесть сколько-то ложечку. Так, дальше два яйца возьмем. Два яйца, в принципе, все. Еще, кстати, котлеты, наверное, будем делать, так что нам понадобится фарш. Ну это уже просто на котлетке мы сегодня сделаем. И лука, наверное, тоже. Вот. И в фарш еще всегда добавляю хлеба. Так, ну, в принципе, все. На сырники нам нужен только творог, яйца, финиковый сироп, мука и разрыхлитель. Муки на это количество добавим, ну, примерно, знаете, 2-3 ложечки. И разрыхлителя чайную ложку будет достаточно. Ладно, все, буду смешивать, все. Так, все, ребята, хочу ответить сразу же на вопрос про наши груши и яблоки. Короче, яблоки у нас называются вот так вот. Ой-ой-ой, листочек. Папировка, она близка к белому наливу, но более десертный вкус. Вот это вот яблоня, которая... Ой, ветер. Сейчас покажу. Ну, думаю, вот эту, которую я часто показываю, это значит у нас папировка. Яблонька, она похожа на белый налив. Вот, но тут как-то они отличаются, у них цвет немножечко другой, и какой-то шов должен быть. Так, а груша? Груша, мы спрашивали про 4 груши, но вот это у нас оказалась груша, зимний сорт, называется Перун, хранится до января. Вот, потому что груша у нас одна, и мы методом вычисления поняли, что это у нас груша Перун. Так что вот, все. На вопрос про груши и яблоки я ответил. Так что вот, груши, кстати, хорошие. Они очень сильно похожи на магазинские груши. Прям вот очень. И по вкусу тоже. Вот. Смотрите, кстати, как-то яблонька уже пожелтела заметно. Так. Я тем временем дома Женя приготовила покушать. Ну, даже уже покушали. Ой, там где-то кошка на террасе видно ходит. Слушайте, собаки гавкают. И Гриша орёт. Я уже приготовил покушать. Мы сделали котлеты. И поели с этим, с фасолью. Вчера отварили фасольку. Сегодня покушали. Очень вкусно. Наша фасолька, кстати. Вот. И сырники сейчас покажу вам домой, когда приду сырники. Так, и вот такие вот сырники. У меня получились. Сырники делал в духовке.
Еще, кстати, мы приготовили шарлотку из наших ягод, то что сейчас вам я тоже покажу. Вот такая вот отличная шарлотка у меня получилась. У нас мало точнее. Так что, рецепт у меня уже есть на канале, так что внизу будет ссылка. Рецепт очень простой. Ладно, все, мы будем кушать. Всем приятного аппетита. Еще, ребят, хочу показать, как мы повесили огонечки. Папа с дедушкой перевесил огоньки. У нас висели они на террасе. Но они работают от розетки. Вот сейчас я их включу, подождите. Ой, подожди, я плохо включен. Все, посмотрите, вот так вот горят у нас здесь огоньки. Очень классно стало. Потом мы, кстати, еще докупим к этой гирлянде такую же гирлянду. И вот здесь вот, если видно, не нужно, да, видно, есть такое соединение, где зацепляются две гирлянды. И продолжим потом по столбику ее пустим. Очень будет красиво зимой. Как раз будут огоньки. И все, очень классно будет светиться. Ну и сейчас мы тоже летом начали включать. Это вот они недавно повесили, папа с дедушкой. Ну, довольно-таки классно смотрится. А вообще они у нас висели вот на террасе поверху. Но так как на террасе пока нет розеток никаких, поэтому тут ничего такого не подключишь. Вот здесь вот они висели просто так. Вот. А сюда мы, кстати, потом докупим вот такие же маленькие гирлянды, которые... Работает от солнышка, они очень классно светятся, довольно-таки мило. И потом пустим просто их дальше. У нас вот здесь вот получается сделаны. И вот до сюда она доходит, а дальше нет, не хватает ее. Все, ребята, я сейчас уже на улице. Я надеюсь, что меня хорошо слышно. Потому что на улице дует ветер, там кто-то шумит. Вот, а еще у меня непонятный задний фон, но, блин, это помидоры и какой-то еще... Какие-то еще вещи, которые надо будет убрать, потому что наша терраса сейчас выглядит очень непрезентабельно. И, кстати, меня попросили заснять ром-тур нашего дома. Так что я, наверное, это сделаю все-таки попозже. Потому что сейчас пока как-то не знаю, не хочу. Так что сделать немножко попозже. Но все равно у нас пока идет ремонт. Так что, думаю, можно после ремонта и снять это. И также еще попросили показать длину моих волос. Вот этой вот непонятной косички. Блин. Волосы у меня примерно вот посюда. Я их отстригал. Вот по нижнюю губу они идут. Я просто собираю. Так удобнее и так мне больше подходит. Но сейчас мне надо тоже подстригаться, потому что у меня уже росли бока и все это такое. Так что тоже буду в скором времени пойду подстригаться. Потому что я сегодня как не сидрюсь, мама говорит, сходи, сходи. Я такой, что-то неохота. Похоже, короче, вот так. Еще я получил недавно расписание занятий, как я буду учиться в этом году. И в этом году я начинаю учиться с 15 сентября до 19 сентября. А дальше это как будет установочная сессия. А дальше я буду учиться с 23 ноября вроде бы до 23 декабря. Ну, то есть тут примерно месяц, да? Но опять же из этого месяца не все дни, понятно, будем учиться. Там как уже пары поставят и все такое. И потом я, в принципе, до лета свободен буду. Да, до лета. Где-то, ну, до конца мая примерно. А потом у меня тоже сессии, там еще написано была практика, но практика тоже непонятна, потому что я на заводчике. Вот. Но это уже все такие решаемые вопросы. Похоже, это все будем решать. Точнее, мне надо сейчас спросить, как это будет проходить. Мне это все, что мне интересно, потому что когда я поступал, мне сказать, что у нас не будет практики. Вот. Ладно. Все, ребята, вот я, наверное, заканчивать это видео. У нас, кстати, на улице так хорошо. Сейчас спала жара, которая была днем. У нас погода вообще меняется. Утро у нас было довольно-таки, знаете, прохладно, пасмурно так. Потом выглянуло солнышко и стало жарко. Целый день у нас было жарко, но ветер такой, знаете, думаю, он хоть был теплый, но сильный. И вот сейчас к вечеру у нас окончательно похолодало. Завтра передают грозу и сильные дожди. Так что посмотрим, правда это будет или неправда. Вот, а вообще сейчас очень хорошо на улице. Небо такое красивое.
все так потихонечку желтеет немножко. Вот. Ладно, все. Теперь же точно пора заканчивать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте подписаться на мой канал, поставить большой палец вверх и написать комментарий. Всем пока-пока. How come you don't